Дорогие друзья, 25 февраля с обратной стороны Карстенского павильона прошел ученый совет, на котором были представлены результаты работы Музея изобразительного искусства города Екатеринбурга. Я могу сказать, что я был впервые на таком событии и горд от того, что в нашем городе находится такой классный музей, который имеет прекрасную команду. Я бы хотел, конечно, присоединиться к словам Славы Николаевны, поблагодарить наших партнеров, 8 музеев, сам Музей изобразительного искусства и ряд частных коллекционеров принимали участие в создании этой выставки. Но также я бы хотел поблагодарить куратора этой выставки и всю команду Екатеринбургского музея изобразительного искусства, которые я воочию 25 числа убедился, насколько тяжелый труд, потому что когда мы говорим о создании выставки, мы понимаем, что это процесс, который занимает не один, не два, не три, а несколько месяцев, а может быть даже и лет. Поэтому нас всех сегодня, я уверен, ждет много ярких эмоций от ближайшего знакомства с творчеством великого художника. Всем доброго вечера, спасибо, что нашли время. Мы очень будем стараться продолжать темпы развития нашего музея, как уже было сказано. Нас ждут очень большие события в 2020 году, в том числе с вашей поддержкой и помощью.